Художник – это человек, которым повелевают демоны. Он не знает, почему они выбрали именно его, а удивляться по этому поводу ему некогда. Уильям Фолкнер. Я знаю, что воспринимаю мир не так, как все. У меня внутри ничего. А к рукам без занятий тянется дьявол. Может, я и не понимаю, и не разделяю чувств других, но... Однажды у меня случился миг великого откровения. Это было прекрасно. Когда я был младше, то отыскивал вдохновение в вещах, так сказать, попроще. Подходящий свет, подходящий миг. Я пользовался воображением. Но потом мне понадобились человеческие существа. Плоть и кровь. Я наблюдал за людьми на улице. Рисовал руки, лица, глаза, губы. Потом новый сдвиг. Мне понадобились модели, досягаемые тела. На время это сошло. Они видели, что я смотрю. Пристальный взгляд. Ничего не подходит. Ничего недостаточно. Убийство на Венес-Бич. Популярный музыкант зарезан в своем доме. Мотивов нет. Полиция ищет подозреваемого. Мы будем держать вас в курсе. Я всегда знал, мне нужен некто. Мои дни размечал метроном. Он прожигал точку в моем восприятии, которая сдвигалась всякий раз, как я пытался ее рассмотреть. Не сосредоточишься. Я назвал ее La La Land. Все дни как один. Все дни как один. Все дни как один. Все дни как один. Я не понимал, кто я. А он был одним из тех, кто это понял. Нацарапать на салфетке, передать мне и попросить что-то сделать. Когда удавалось привлечь папина внимание, я радовался. Но потом понял, так он заставлял меня молчать. Девочек любишь, а? Да. У меня сейчас есть девушка. Нравятся танцовщицы и модели? Мода? Балет? Да? Нет. Черт, нужно идти. Скоро вернусь. Эй, ты меня убиваешь. Я же говорил, у меня встреча. Следить за человеком легко, пока он не знает тебя в лицо. Тогда он замечает тебя и понимает. Следить за знакомым – захватывающее дело. Нужно попасть к нему в дом, понять его суть. Я хотел рассмотреть все. Заходил, когда никого не было. Подбрюшье. Периферическая система музы. Я боялся, что если взглянуть в упор, все исчезнет, как мираж.
нужна внутренняя суть. Из чрева. Естественный оттенок. Но я не вор. Я ищу некие памятки и повторяю их. Доказательство, что я там был. Мелкие трофеи. Пустые знаки, теперь полные жизни. Кусочки пластмассы, которые кажутся бессмысленными, если не принадлежали любимому, который умер. Может, я сам все подстроил. Ведь я всегда знал, что этим кончится. Я не понимал, кто я такой. И никто не понимал. Будешь все время мелькать, поймут. Он из тех, кто понял, кто я такой. Когда я был младше, то отыскивал вдохновение в вещах, так сказать, попроще. Американский психопат. В главных ролях Уилл Ротхаар, Брук Калбертсон. Нэнси Лайнен Чарльз. Майкл Ротхаар. Дерек Де Никола. Мишель Розель. И Ландон Шовер. Оператор и монтажер Габриэль Сейнт. Продюсеры Дерек Де Никола, Рик Ламберт и Брент Армстронг. Композитор Брент Армстронг. Когда вы творите, то творите субъект. Вы творите себя. Автор сценария и режиссер Габриэль Сейнт.
Ты бы на меня так смотрел. Как это? Влюбленно. Будто остальное ерунда. А тебя не оторвать от холста. Прости, что ты сказала? Ты чудовище. Я не понимаю, кто я такой. Я думал, то, что я ищу, заполнит пробел. А это путь назад к началу. Ротко, великий художник-абстракционист, всегда пытался все свести к чистой эмоции. Любовь, например, это красная комната, чистое детство с мамой, но в мягких, абстрактных плоскостях. И вот все сказали «любовь». То есть я найду путь. Ты так глубоко закопался, что, возможно, и не вылезешь. Я много долгих лет искал вдохновение, но все было впустую. Ты обрел успех. Но не цель. И не жизнь. Что говорит твое сердце? Я не знаю. Оно между реализмом и абстракцией? Я не знаю. Фантастическая страсть порой приходит изнутри, а не из этого внешнего мира. Я неплохо понимаю, что задумал. Задумал? А надо творить? Я ищу одну вещь. Когда я была на первом курсе, то встречалась с парнем. Красавец. И работал моделью. Я не отступалась. Мне это помогало. А тебе? Подбородок? Мама была художницей. Гены. Я был приемным сыном. Говорят, что талант — это от Бога и передается по наследству. Но я не верю. Талант — это труд. Это целеустремленность и самопожертвование. Кажется, я тебя понимаю. Смотри вверх. Чем занимаешься? Учусь в магистратуре. Подбородок? Время вышло. Надеюсь, еще попозируешь? На той неделе. Это была последняя сессия. Скоро выпуск, времени совсем нет. И ты точно не передумаешь? Позвони на факультет искусств. Там каждый семестр новые студенты. Твое полное имя? А что? Хочу знать, кто ты. Чарли. Озеро Серебряное. Монстр внутри меня.
Только мне глубоко плевать. Плевать на то, что подумают люди. Плевать! Что хочу, то и говорю. Приятно, когда кому-то не все равно. Если ты не мое продолжение, ты ничто. Человека многое может подтолкнуть. Бедность, унижение. Может, все это из-за моих родителей. Отец или мать, это ведь... Все это способно вызвать сильное раздражение и злобу. Ну и настает момент, когда все взрывается. Как диагностировать социопата? Как появляется социопатия? Доктор Уорнер. Социопатка. Врожденная или приобретенная. Сдать 5 октября 2017 года. Элеонор Уорнер. Я не верю, что мы все связаны. Это просто химические процессы, которые происходят во времени. Вам не кажется, что любая жизнь важна? Конечно, любая жизнь важна. Просто я не думаю, что гепард важнее, скажем, газели. Но он выше в пищевой цепочке. Вы знаете, что у крупных кошачьих охотятся только самки? Интересно. Это естественно. У каждого из нас есть свое место. То есть каждый человек — это хищник или добыча? Не в чистом виде, но да. Так значит, вы хищник. А вы добыча? Люди все про себя вывешивают в сеть, а потом говорят о приватности. Я лучше займусь другим. Бессмысленно. Только голова болит. Где была сделана эта фотография? Наверное, у меня рак мозга. Я умираю. Молодость — это лишь ощущение. Чарли Проул. Иногда я вроде бы все понимаю. Иногда не понимаю ничего. Пойду до конца. Мне плевать. Прохода нет.
если встретишь другую в Нью-Йорке? Не встречу. А если я встречу кого-нибудь здесь? Видимо, буду ревновать. Тебе важнее я или работа? Это ультиматум? Нет. Я сделал выбор. Мы команда. Это общий выбор. Мне нужно подготовиться к интервью. Ладно. Я пошел. Можешь остаться? Нет, не могу. Значит, ты меня бросаешь? Нет, я вовсе тебя не бросаю. Просто мне все это надоело. Я тебя не виню. Я же не специально. Я не злюсь. А что тогда? Я ухожу. Пока. Я весь день смотрел на холст. День перетекает в другое. Бесконечная цепь мгновений. Мне нужен укол уверенности. Сдвиг парадигмы. Чтобы понять. Невозможно всю жизнь заниматься только собой. Нужно стать таким же человеком, как и все остальные. Идти за другим, пока он не узнает тебя. Будут видеть постоянно, поймут. Как здорово идти за тем, кто тебя узнает. Периферическая система музы. Я боялся, что если взглянуть в упор, все исчезнет.
Хочется увидеть края. Я ищу памятки, доказательства. Мелкие трофеи. Но я не вор. Я не ищу материальной выгоды. Впервые я увидел ее во сне. Без лица. Но все же увидел. Потом явил ее перед собой. Это было воплощение. Пустота. И я вновь явил ее перед собой. Перед собой, совершенно обнаженную. Я не моргнул. Ни один мускул не напрягся. Может, она не настоящая.
Можно делать наброски весь день. Но набросок — это лишь копия. Никей, поиск вдохновения. Я смотрю часами. Я заперт в процессе творчества. Весь день. Всю ночь. Всегда. 7 дней в неделю. Я постоянно отсекаю. Я постоянно отсекаю слои жира, добираясь до сути. Так работа становится второй натурой. Продолжай. Сохраняй ясность, цепкость, готовность. Ты гораздо важнее этой паршивой работы. Люблю тебя, Лили. Умственно, физически. Даю отдых руке и голове. Восстанавливайся. Запасай силы. Постепенно образ фокусируется все четче и четче. Увидел, и уже не забудешь. Это мое любовное послание миру. Похоже, что она мечта. Похоже. Алло, я с тобой говорю. Что? Когда ты последний раз мылся? Не приставай ко мне. Серьезно, Шанс? Похоже, что она нечто. Похоже, что она некто. Пустота, очерченная честолюбием, преследует меня всю жизнь. Пустое безоблачное небо. Ветерок с пляжа. Везде пустота. От нее не отвязаться. Я пока ничего не написал. Жду сильных эмоций. Мыслей нет, потом их приходит много. Не знаю, на какой остановиться. А ты пишешь с натуры или прямо из жизни? Я ищу в городе интересных людей. Лица. И как? Нашел? Одного-двух. Может быть. Тогда или нет? Да, есть один человек. Мужчина или женщина? Это просто одна девушка. А что? Тебе нравится Чак Клоуз? Разумеется, его критиковали за недостаток субъективизма, а также недостаток экспрессии. И он до сих пор слушает тех же критиков и ведет те же битвы. Только теперь это битвы из инвалидного кресла. То есть мне нужен инсульт? Нет, я говорю о самопожертвовании. Я мало пожертвовал. Жертвовать собой не обязательно. Мера успеха — это здоровье и счастье, а не краска, размазанная по холсту.
асоциальное расстройство личности. Политики. Уолл-стрит, мировые лидеры, люди у власти. Отсутствие эмпатии. Поискать в мафии? Серийные убийцы. Президенты? Технари? Я сбежал. Назад к бабке с дедом. Через 5 месяцев я их убил. Если бы жил в городе, 15 и стал бы серийным убийцей. Убивал бы, пока меня бы не пристрелили. Меня отпустили к матери в город. Она преподавала в университете. Я снова начал убивать. Расчлененные трупы хоронил в горах. Приносил домой отрезанные головы. Сидел с такой головой. Смотрел на нее. Говорил, пора прекращать. А потом убил мать. Я человек. Я люблю людей. И убиваю их. Нарциссизм. Мания величия. Янки лучше Доджерс. В Лос-Анджелесе почти всегда хорошая погода. Ты готов к переменам? Лжецы, убийцы, фокусники, манипуляторы. Когда я училась, еще не было таких продвинутых технологий. Нужна была наблюдательность. Я не могла бы просканировать ваш мозг. Чтобы посмотреть на ваш мозг, нужно было его извлечь. И что бы вы увидели? Показываешь подопытному образы, даешь слушать звуки и отмечаешь чисто физиологические реакции, то, что ему не подконтрольно. Моргание, дыхание. Я показываю, например, бабочек, реку, солнце, змею, вагину, отрезанную голову. И затем я измеряю реакции подопытного. А какие именно реакции? Как правило, люди вздрагивают при виде крови или трупа. При виде насилия пульс заметно учащается. При виде полового акта у многих потеют ладони. У многих, да? Да. У большинства. Испытываете стресс, вам неуютно. Поднимитесь и взгляните на все препятствия новыми глазами.
Я понял, что есть лишь один выход. Одно воплощение. Так всегда было. Нужно сосредоточиться. Я уже почти у цели. Больше ни о чем не буду думать. Не могу ни на что тратить время и силы. Нужно сфокусироваться. Когда что-то получается, ты это отмечаешь и повторяешь. То, что не ошибочно, ты делаешь дважды, таков порядок. Что-то происходит, оно у меня на кончике языка. Это женщина просто. В этой женщине мой прорыв. Шанс, что с тобой происходит? Даже если есть мысли, даже если они есть, ничего не получается, нет результата. Процесс — это порядок. Нельзя просто ходить туда-сюда и ждать вдохновения. Его нужно создавать. Ты понимаешь, что сейчас говоришь? Несешь чушь про порядок в процессе и какую-то девицу. Судя по всему, ты рехнулся. Хочешь залезть вглубь сознания? До самого дна? Ты там увидишь каменистое дно. Если мозг не работает, то остается единственная возможность. И больше ничего, только одно. Представь себе водяные лилии, синего пса или девица. Твой выбор — девица. И ты станешь все подлаживать под нее, чтобы оправдать свой выбор. Таращиться на чистый холст — это не работа. Просто изучать предмет — и не создавать картин — это мечта не художника, а извращенца.
озеро Серебряное. Пока ничего не ясно. Я видел отчет коронера, там сказано, что жертву убили ножницами. Еще один. Думали, что из ревности, теперь думают, что это серийный убийца. Когда я впервые увидел твои карие глаза, твои губы сказали «Привет», и я тоже поздоровался. Я сразу понял, что это ты. Я утонул в физическом влечении. Но в нашем общем предназначении оказалось, это не просто этап. Рад, что ты позвонила. Я волновался. Ну, как твои беседы с доктором Уорнер? Довольно интересно.
Но, может, она меня просто разводит. На этой неделе попробую другой подход. Задам ей вопрос напрямую. Ты там аккуратнее, чтобы она на тебя не набросилась. Майкл, это не смешно. Прости. Ну, как дела? Охочусь за недвижимостью. Присмотрел что-нибудь? Пока не уезжаю. Еще заканчиваю дела. Но ты точно решил уехать? Хорошая возможность. Знаю. Но как же мы? Сама скажи. Ну, мне нужно закончить учебу, разумеется. Это еще несколько месяцев, но, полагаю, нам понравится Нью-Йорк. Скорее бы увезти тебя отсюда и рассказать все маме. И, наконец-то, съехаться. Я мечтаю об этом. Чтоб я сдох, если снова буду перетаскивать пианино. Пошли. Прямо сейчас. Угощу тебя ужином. Может, завтра? Ладно. А почему? У меня в жизни новый поворот. Как всегда. Пустота. 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 Пустота.
Форстадта. Сам этот блок уже прорыв. Это раздражение. Предшественник или процесс. Искусство и вдохновение в каком-то смысле способны укусить свой хвост. Значит, мне опереться на вдохновение? Или сосредоточиться на блоке? Или на музе? Все дело в искусстве, Шанс. Не принимай его всерьез. Это искусство. Все, что не создано Богом, есть искусство. Статуи падают, режимы меняются. Армии всегда идут за одним знаменем. Замысел. Произведение искусства, созданное художником. Искусство — это взгляд в глаза Бога. Ты свихнулся. Послушай себя. Ты просто болен. Вы продались, но я не продаюсь. Прошу прощения. Я всем пожертвовал ради искусства. Я отдал ему все. Детей, жену, здоровье. И вот, к чему пришли? Вы сдались. Спрятались за своими книгами и рассказами. Иди домой. Иди домой. У меня еще будет прорыв. Я оставлю свой след. Иди домой. Думаю, нужно двигаться вперед. Думаю, мы все видим по-разному. Думаю, нам это нужно обсудить. Ладно. Давай. Наши отношения окончены. В них все ложь. Забудь, что я говорила. У нас нет причин видеться. Больше нет. Ты что, шутишь? Нет. Мы взяли и расстались? Между нами почти ничего нет. Ты такой холодный. Не холодный. Я просто честен. Слушай, мне жаль. Я просто ничего к тебе не чувствую. Уходи, прошу. Прошу.
импульсивность, безответственность, случайные связи. Как правило, серийные убийцы, социопаты или психопаты. Тест на психопатию. Но большинство социопатов и психопатов не убийцы. Позвольте, секунду. Скажите, как начнете. Так. Я должна хорошо выглядеть. Люблю косметику. Будет что вспомнить. Я так давно... Это... В смысле, не делала лица, будто выхожу в свет. Не просто в наручниках. Сейчас начнем. Готовы? Порядок? Да. Ладно. Да. 5, 4... 3. Взгляд в камеру. 2. И... Начали. Судмедэксперты и психиатры много раз разбирали эту запись. Ее нарциссизм виден сразу. Ее не заботит, что она убийца. Не заботит, что она заставила людей страдать. Социопатка, нарцисс и убийца. Все это она. Поведенческие проблемы, импульсивность. Социопаты. Из одной частной школы в другую. Мои родители были холодными, бездушными, расчетливыми. Сочувствую. Мне это нравилось. Особенно в маме. Она все делала как надо. Без всяких эмоций, но очень продуманно. А вот отец слишком много думал и мало чувствовал. Ваши родители живы? Нет. Умерли. А вам известно, что у 3 из каждых 100 мужчин есть симптомы социопатии? А среди женщин только у 1 из 100. Может, поговорим о тестах? Как вы будете их использовать? Хочешь узнать, как я выяснила, что я социопатка? Я просто пытаюсь... Ничего, мы за этим и собрались. Помню, когда я писала диплом, я горела энтузиазмом, как ты. Мне все это... Эмпатия. Все раскрыл тест на эмпатию. По рельсам идет поезд. Рычагом можно перевести его с левой колеи на правую. На левой к рельсам привязаны 3 человека. На правой колее привязаны 10 человек. А у рычага ты. На какой путь ты пустишь поезд? Ну, тут все ясно, разумеется, на левый, чтобы спасти больше жизней. Нет, эти тесты как тесты Роршаха. Правильного ответа нет. Нет ничего очевидного. Простите, я не хотела. Если я сказала не то... Некоторым людям все до фени. Простите? Кончай извиняться и проявлять слабость. Некоторым. При тестировании наплевать. 3 жизни, 10 жизней, 100 жизней. Это гипотетический тест. Некоторые отвечают от балды. Как вы это выяснили? Обычные ситуации вызывают предсказуемые эмоции. Эти эмоции вызывают предсказуемое поведение. Обстоятельства как бы переключают в человеке рычаги. Задавит этот поезд 3 или 10 все равно. У некоторых рычаги совершенно иные, или их нет вовсе. Это как день и ночь.
Что как день и ночь? Мы. Ты явно добыча. Собаки, кошки, все, кто попадался. Я расширил сферу. Наверное, я мог бы стать неплохим таксидермистом, делать чучело, но я умел делать только это, а вербализировать не научился. Видимо, так оно всегда происходит. Ты ищешь в себе то, что для тебя естественно. Мне, например, хотелось их вскрывать. Инстинкт. Последние новости. Пожар на электростанции в восточной части Лос-Анджелеса. Трое в критическом состоянии, двое погибли. Венес-Бич и потребители в западной части города не пострадали. Так. 130 тысяч человек остались без электричества. После наступления вечера будут сидеть в темноте. Посмотрите на зону отключения с камеры 13 несколько минут назад. Света нет в радиусе многих миль. Светофоры отключились, на перекрестках пробки, машины пытаются разъехаться. Камера следит за этой ситуацией с самого начала. Горожане начинают терять терпение. Их можно понять. Ты права, люди ощущают свою беспомощность. Солнце садится, и пока не ясно, когда подключат электричество. Да, 150 техников по всему городу пытаются подключить электричество. Не исключено. Убийство. Почему социопатов связывают с убийством?
Лестница 2. Выхода на крышу нет. Это не обязательно. Возьми ключи от машины, доедем до банкомата. Рискованно. Все уходят? Все уходят. Бери все, что нужно. Ты знаешь, что мне нужно? Меня ждут люди. Сегодня. Не появлюсь, все заметят. Все заметят. Прошу тебя. Прошу. Это последний миг твоей жизни. Ты понимаешь, что все это чушь? Во что ты вляпался? Ты думал, я позволю забрать ее у меня? Убийство на Венес совершил маньяк? Это сердце человека, который больше не сдастся. Это сердце человека, которое не сдастся.
Больше никогда. Человека, который пошел против себя, против мира, света, тьмы. Он вышел прямо в нужную точку. Вот тот, кто сумел это сделать. Привет, Чарли. Привет, Шанс. Ух ты. Выглядишь потрясающе. Спасибо. У меня планы. Что ты тут делаешь? Я просто оказался в этом районе и решил зайти. Я пытаюсь произвести хорошее впечатление. Не хотел быть назойливым. Можно? Ну, сейчас... Время неподходящее, прости. Я жду гостей. Нужно сесть и обсудить это. Что обсудить? Нас. Прости, но ты не вовремя. Вот что я должен сказать. Поэтому я здесь. Нужно отпустить одну руку, прежде чем взяться за другую. Ты же не собиралась оставаться с таким парнем? Я должен понять. У всех нас совершенно разные рычаги, понимаешь? Я не верю, что мы все связаны. Он выше в пищевой цепочке. Я был приемышем. Это как ночь и день. Талант — это труд. Целеустремленность и самопожертвование. Ты явно добыча. Не надо, прошу. Я приношу жертву. Не надо, Шанс. Я обязан это сделать. Не надо этого делать. Чтобы почувствовать. Я следил за тобой. Бывал у тебя дома. Наблюдал. Видел, как вы трахаетесь. Прошу. Ты просто повторяешь его слова.
Ты понимаешь, что все это чушь? Во что ты вляпалась? Я знала, что с тобой что-то не так. Я знал, что с тобой что-то не так. Со дня знакомства. Со дня знакомства. Прекрати! Без этого я ничего не чувствую. Ты знаешь, что это неправда. У некоторых рычаги иные. Или их нет вовсе. Ты меня боишься меньше, чем твой дружок. Ты страшный человек. Что? Страшно, что ты человек. Зато я выжил. Однажды у меня случился мигозарение. Это было прекрасно. Я не художник. Я не художник. Маска сброшена. Теперь я знаю, что я... Автор сценария и режиссер Габриэль Сейнт.
Продюсеры – Дерек Де Никола, Рик Ламберт и Брент Армстронг. В фильме снимались Уилл Ротхар, Брук Калбертсон, Ландон Шовер, Нэнси Лайнен Чарльз, Майкл Ротхар, Мишель Розель и другие. Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.